Смотрите, все очень просто. Вышел до метро, дождик полил сильный. Что делать? В общем, все об этом знают, но не всегда вспоминают. Короче, забежал в поликлинику. Все, 10 минут позора, но ноги сухие. Сейчас я хоть до метро дойду. Вот поликлиника. Правда, на меня там посмотрели. Как-то так, вошел и вышел. Потому что очень интересно, здесь бахилы надеваются автоматически. То есть ногу пихаешь, и она так шмяк и на ногу. Вот, если бы можно было взять руками, я бы, конечно, вышел и одел бы там где-то в коридоре, чтобы не видели. Потому что я вошел, померили температуру, я одел бахилы, побрызгал на руки и сразу вышел. Так, народ немножко не понял. Но потом, я думаю, что догадались, потому что, ну, видят, что я смело пошел по лужам и так далее. Вообще, в принципе, конечно, в принципе, по-хорошему, вот, они долго, конечно, не прослужат, я их протру, но до метро я добегу. Вот, в принципе, по-хорошему, я бы их, конечно, одел на носки, а потом бы одел кроссовки, вот. Потому что кроссовки полюбас промокнут рано или поздно. Вот, но ноги будут сухие. И пакет вот этот вот не протрется. То есть нога будет сухая постоянно. Хотя обувь будет мокрая. В принципе, это можно было сделать в любом магазине, там, продовольственном, хозяйственном. Взять обыкновенные мешки целлофановые. То же самое, снять обувь, одеть пакеты. И все это дело с пакетом засунуть в ботинок. То есть ботинок будет мокрый, нога будет сухая. Раньше так, я знаю, часто делали на рынках. Кто торговал и очень долго стоял на улице, там, в сырую погоду и так далее. Вот. Ну, собственно, я доволен. В принципе, меня ничего не останавливает. Видите, лужи. Вот. Так что, ну, сейчас я, конечно, переборщил немножко, вот, с лужами. А так все замечательно. Нога сухая. Вовремя успел забежать в поликлинику, благо она была по пути. Вот. Если бы не было поликлиники, ну вот любой из магазинов там, в принципе, можно было взять, отмотать 2-3 пакета и одеться.